получили 555 грамм. Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Вот и подходит к завершению обновление тренировочной модели Як-12. Сегодня у нас финальная часть по сборке. Устанавливаем электронику, делаем приводы рулей и проверяем, что же у нас получилось. Взвесим модель, пошумим маленько, проверим тяговооруженность и будем готовиться к полету. Ну что ж, не будем тянуть время и приступаем к окончательной сборке модели. Работу сегодня начнем с подключения рулей. Один элерон, как видите, я уже сделал, подготовил заранее. Второй ставится аналогично, поэтому особого смысла показывать оба нет. Но вторую сервомашинку и кабанчик на элерон мы сейчас с вами поставим. По аналогии вы сможете сделать и другую сторону крыла. В этой версии модели у нас сервомашинки съемные, но перед монтажом их все равно стоит проверить. Я воспользуюсь сервотестером. Можно, в принципе, подключить приемник радиоуправления и с аппаратуры проверить, отрабатывает ли машинка, нет ли подозрительных шумов. Видите, привод исправный, все нормально. Убеждаемся, что в нейтральном положении качалка стоит максимально близко к прямому углу корпусу сервомашинки, насколько позволяют шлицы. И если все в порядке, такую машинку можно монтировать на модель. Так мы проверяем все сервомашинки, которые ставим на свои модели. Ну и те, которые идут на продажу в нашем интернет-магазине, тоже проходят такую же проверку. То есть, если вы приобретаете сервомашинки у нас, вы можете быть уверены, что явного брака вам не придет. Мы все эти сервомашинки вскрываем, проверяем и убеждаемся, что они работают как положено. Ну, сейчас нам нужно вытянуть сервокабель в центральную часть крыла. Окна под сервомашинки уже вырезаны. Еще изначально на стадии сборки. Теперь остается просто привязать к струне коннектор машинки и аккуратно вытянуть его в центральную часть крыла. Так, вот коннектор показался. Саму машинку ставим в положенное ей место. Машинку ставим качалкой ближе к законцовке, в сторону законцовки. Таким образом, тяга у нас пойдет подальше от края элерона. Это позволит немножко более равномерно распределить нагрузку. Для этой модели, конечно, оно не так актуально, но на будущее подобная установка сервомашинок может сыграть достаточно серьезную роль. Несмотря на то, что это всего лишь тренер, и элероны здесь достаточно толстые и массивные, то есть гнуться не будут в полете, сразу учимся делать все как положено. Ну, а машинка крепится штатными саморезами площадочки. Она остается доступной, вы всегда ее можете снять, заменить в случае поломки, либо поставить другую сервомашинку, если это вас по какой-то причине не устраивает. Все открыто, все доступно. Ну и так как расстояние от центра крыла до сервомашинок достаточно большое, проводов, как видите, хватает только-только, чтобы они вышли в отверстие, прорезанное около центральной нервюры. Струну можем убрать, она свою роль сыграла. Но чтобы коннектор у вас не провалился внутрь крыла и потом его не вылавливать долго пинцетом или крючочками какими-нибудь, советую сразу подключить разветвитель. В моем случае самодельный, но это не суть важно. Элероны у нас подключаются на один канал через серворазветвитель. Использовать их в качестве закрылков особого смысла нет. Далее устанавливаем кабанчик. Фиксатор тяги я уже поставил. Если его нет, можно сделать тягу с изломом, с демпфером. Как это делать, у нас было отдельное видео, можете посмотреть по ссылке в подсказках. Ну а пока измеряем расстояние от среза элерона до края качалки. Ну, я буду ориентироваться на второе отверстие.
то у нас будет ровно 50 миллиметров. Соответственно, на таком расстоянии делаем прорезь под стойку капанчика. Прорезь делаем вплотную к углу на срезе в этом месте. Ну и ширина чуть больше, чем ширина ножки кабанчика. Примеряем. Элерон достаточно толстый, и кабанчик вполне возможно с обратной стороны даже не будет показываться. Но немножечко подрезать внешнюю обшивку все-таки необходимо. Соответственно, подрезаем верхний слой пенопласта, там клеевой слой еще тоже. Но оклейку, обшивку саму я стараюсь не резать. Смысла в этом нет, так как кабанчик наружу не покажется. И штатной защелкой вот такой вот его крепить не получится здесь. Ну, как видите, с внешней стороны практически незаметно, что что-то установлено. То есть сквозную прорезь делать особой надобности здесь не вижу. Конечно, все это относится вот именно к таким кабанчикам. Если вы будете применять кабанчики другого типа, с более длинной ножкой, либо самодельные, то тут, конечно, ситуация может быть несколько иной. Но в нашем случае кабанчики такие, и с ними получается так, что толщины элерона как раз хватает, чтобы кабанчик установить, и с обратной стороны он не показывается. Теперь вклеиваем кабанчик на место. Вот подготовленную прорезь я наношу некоторое количество термоклея, причем стараюсь залить его внутрь детали, так чтобы клей попал в свободное пространство между слоями обшивки. Немножко под основание кабанчика намажем. И быстро, пока клей не затвердел, ставим кабанчик на место. Если просто нанесем на поверхность, то ножка кабанчика особо держаться не будет. Надо именно нанести клей внутрь элерона, и тогда вклейка будет максимально надежной. Вот обратите внимание, фиксатор я ставлю в сторону законцовки. Так будет удобнее фиксировать тягу, это во-первых. А во-вторых, если вы захотите переставить качалку на крайнее отверстие, это будет сделать также проще. И за счет вот этого фиксатора угол между качалкой и тягой получится, ну, практически не изменится. На тяге загибаем Г-образный наконечник, такой вот, ну и затем устанавливаем тягу в выбранное отверстие на качалке сервомашинки и примеряем необходимую длину до фиксатора. Ну, здесь у меня взята 10-сантиметровая заготовка, такая же, как будет в конструкторах идти. Как видите, запас есть. Сантиметра два запаса тут имеется. На эксперименты, может быть, изначально наконечник загнуть у вас не получится удачно. Но в моем случае этот излишек лучше обрезать. Остается завести тягу в отверстие фиксатора и затянуть болтик. Просто отклоняем элерон, тягу на место и подтягиваем зажимной винт. Затягивайте хорошенько, чтобы в полете не отвернулось. Ну и еще раз проверяем работоспособность элеронов уже в связке, в паре. Заодно же разветвитель проверим, как работает. Как видите, элероны отклоняются нормально. Угол отклонения относительно небольшой, но для тренировочной модели больше не надо. И выставляем нейтраль. Смотрим, чтобы элероны были вровень с задней кромкой крыла. Вот этот элерон чуть-чуть ниже смотрит. Нужно будет подкорректировать. Ну, корректировку лучше делать после того, как вы уже подключите свой радиоприемник, свою аппаратуру с теми настройками, которые необходимы. И уже по передатчику будете выставлять необходимое положение рулей. Все-таки сервотестеры и аппаратура могут давать немножко разный сигнал. И, конечно, по сервотестеру грубо настроить модель можно, но более тонкая, более точная настройка все-таки
производится с передатчиком. Что ж, крыло мы с вами сделали, и теперь переходим к фюзеляжу. Здесь нам также предстоит сделать приводы на хвостовые рули, ну и, конечно же, установить на место двигатель, регулятор оборотов, все это закрепить как следует, капот закрепим, кстати, его пока уберу, чтобы не мешался. Ну а начнем все равно с рулей, с сервомашинок, пока ничего лишнего на модели нет. Здесь у нас для крепления сервомашинок также установлена фанерная площадка, но под окнами для сервомашинок есть еще пенопластовый слой. И этот пенопласт нам сейчас нужно вырезать. Просто прорезаем полик по контуру отверстий под машинки. Для второй сервомашинки окно прорезаем аналогично. Самое главное, постарайтесь, чтобы мусор у вас не провалился в нижний отсек. Потом его оттуда вытряхивать будет сложно. Не то чтобы совсем невозможно, но все-таки потрясти модель придется. Вот такие вот отверстия получились. Ну, чтобы при установке машинки у нас провод под лапку крепления не попадал, рядом с этой рамкой делаем еще по отверстию для того, чтобы провод через низ провести. Отверстие режу заточенной трубкой. В принципе, здесь можно экспериментировать, кому как больше нравится. Вот это оптимальное расположение этих дополнительных отверстий. По центру окно облегчение вырезать не стоит. Во-первых, у нас идет посередине дополнительное ребро усиления фюзеляжа, и его ослаблять не стоит. Ну, во-вторых, как раз в этом месте будут работать уже качалки, тяги, и под ними провода тоже будут мешаться. Представляете, если сервомашинка, например, зацепит провод, запутается и не сможет нормально отрабатывать в полете. Ситуация может повернуться очень даже неприятно. Ну и еще резонный вопрос, почему эти отверстия не были прорезаны изначально. Ну, все же не будем забывать, что эта модель тренировочная, собирают ее далеко не самые опытные моделисты. И ослаблять деталь на стадии сборки не стоит. Вот смотрите, какая тоненькая получается стеночка от крепления сервомашинки до борта модели. И если сразу эти окна вырезать, то при склейке модели эти стеночки гарантированно поломают. Поэтому лучше склеить модель с цельными деталями, а потом уже по месту прорезать все необходимые окна. Это, по крайней мере, проще в плане сборки, менее проблемно. Ну и теперь ставим машинки, провод, чтобы удобнее было провести сквозь отверстие. Так вот загибаем дугой. И так через большое окно. Вот видите, коннектор в отверстии показался. Прихватываем его пинцетами или тонкими плоскогубцами. И вытягиваем наружу. Ну, пожалуйста, провод куда положено вышел. Саму сервомашинку ставить пока не спешите. Надо еще будет тягу установить. Это удобнее сделать, пока машинка не закреплена. Второй сервопривод ставим аналогично. Вот, подготовку сделали. Теперь изготавливаем тяги. Для этого нам понадобится два кусочка проволоки длиной по 35 сантиметров. Проволоку толстую не берите. Через боудены толстая проволока будет подклинивать. Но за счет трубок, даже тонкая вот проволочка 0,8 мм, она болтаться и сгибаться не будет. На краю тяги также загибаем V-образный наконечник, точно такой же, как для элерона. Аналогично для второй тяги. Вставляем прямой край тяги в трубку боудена и тягу выводим наружу. Скотч просвечивают, как раз в этом месте должна тяга выйти. Вот она. Наружу показалось, все нормально. Таким же образом вторую тягу пропускаем сразу. Вот, наружу она также вышла. Ну, теперь ставим наконечники на качалки сервомашинок. Я также поставлю на второе отверстие,
И вот теперь вместе с машинкой тягу доводим уже до места. И машинку ставим в положенное ей окно. Ну и теперь ставим наконечник тяги на качалку сервомашинки. Я также во второе отверстие поставлю, чтобы не очень большие расходы по рулям получить. И теперь сервомашинку вместе с тягой доводим до места и ставим в положенное ей окно. Сервоприводы установлены, остается их закрепить штатными саморезами и поставить кабанчики на рули. При установке сервомашинок не забывайте, что окно фанерной детали вырезано достаточно плотно. И если при установке сервомашинки попадет провод, вы сильно надавите, можете провод оборвать. Чтобы этого не было, обязательно при установке сервомашинки, наверняка обратили внимание, я сперва наклонил сервомашинку проводом вниз, сразу, чтобы его завести, излишки подтянул, и только после этого окончательно ставил машинку. Вот действовать нужно в таком порядке. Если провод закусит, то потом будет довольно много проблем с возвращением сервомашинки в рабочее состояние. Вот, оба сервопривода закреплены. Также вот такое расположение довольно удобно тем, что излишки проводов мы всегда можем сквозь отверстие убрать в нижний отсек, чтобы они здесь у нас не мешались. После того, как установили приемник, нашли ему место, все излишки проводов можно сквозь отверстие обратно затолкать вниз. И уже такой путаницы проводов под крылом здесь у вас не будет. Ну, сейчас устанавливаем кабанчики на хвостовые рули. Здесь уже штатные фиксаторы нам пригодятся. Рули не такие толстые. Для начала прикидываем, в каком месте должен располагаться кабанчик. И постараемся установить его так, чтобы он не мешал работе соседнего руля. Для руля направления по возможности кабанчик ставим пониже. Да, при этом тяга немножко отгибается, но на работоспособность это практически не влияет. При этом у нас остается достаточное свободное пространство, чтобы руль высоты отклонялся на значительные углы. Соответственно, так размечаем. От угла примерно 10-12 мм отступаем, и вот это будет место установки кабанчика руля направления. Вот здесь отверстие сквозное. Прорезаю насквозь, немножко его раздвинем, чтобы удобнее было монтировать. Ну и дальше наносим клей на кабанчик, в том числе на стоечку, не только на основание. И также быстро, чтобы клей не затвердел, кабанчик устанавливаем. Прижать нужно плотно. Ну, а с обратной стороны мы имеем часть ножки, на которую вполне можно закрепить штатную защелку. Также под нее немножко клея для большей надежности. Прижимаем. За счет ребристой поверхности на стойке эта защелка держится. В общем-то, даже без клея могла бы держаться, но так все равно надежнее. Зажимаем тягу, стараясь удержать руль в нейтральном положении. Но более точная настройка у нас все равно будет уже после подключения аппаратуры. Но пока видим, что излишек тяги явно здесь присутствует. И также эти 2 сантиметра запасных убираем, чтобы не мешали. Кабанчик руля высоты ставится аналогично. Но здесь стараемся его закрепить поближе к скобе, которая соединяет половинки руля. Вот она как раз у нас видно, если отклонить руль шарниры, край скобы. И вот рядом с ней будем размещать кабанчик. Также прорезь делаем по краю скоса. Ну, прорезаю от скобы ближе к фюзеляжу, чтобы не приходилось очень уж сильно отгибать тягу. Тем не менее, фиксатор на кабанчике смотрит в сторону законцовки.
со стороны фюзеляжа мы с отверткой просто-напросто не подберемся. Здесь мешает руль, сам фюзеляж. Затянуть болт мы можем только снаружи. И несмотря на то, что выгоднее было бы сместить этот фиксатор ближе к фюзеляжу, чтобы тяга была практически прямой, здесь так сделать не получается. Затягивать мы не сможем этот фиксатор. Конечно, фиксаторы бывают разные. Вот в нашем случае болтик под обычную крестовую отвертку. Бывают фиксаторы тяг с болтиком под шестигранник, маленький. С ними, конечно, проще. Небольшим шестигранничком можно подобраться и в достаточно узких местах затянуть. Но вот с такими фиксаторами размещать их нужно снаружи, чтобы был доступ для затяжки. Ну, вклеиваем кабанчик аналогично. Тут ничего нового придумать не получится. Также клей, в том числе на стойку. Клеим быстро, пока термоклей не встал. Ну и с обратной стороны фиксируем защелкой. Теперь подключаем сервоприводы хотя бы к сервотестеру, если с аппаратурой пока заниматься не хочется, настраивать ее. И выставляем нейтраль. Обе сервомашинки в нейтральном положении, тоже насколько позволяют шлицы. Ну и теперь смотрим на расположение рулей. Как видите, руль направления чуть-чуть влево ушел. Ну а руль высоты у нас пока еще не затянут. Его будем непосредственно сейчас и фиксировать. Направление сразу подправлю. Руль высоты тоже выставляем ровно с неподвижной частью стабилизатора. Можете проконтролировать себя линейкой, так вот ее приложив. И подтягиваем фиксатор. При затяжке тягу держите, чтобы она не изгибалась. Излишки также обрезаем. Вот таких запасов по 5 мм для настройки более чем достаточно. Больше оставлять смысла нет. Ну, теперь проверяем работу рулей. Не будут ли они друг дружке мешать при максимальных отклонениях. Отклонение руля направления можно будет чуть-чуть уменьшить, переставив со второго отверстия на качалке тягу на третье. Для руля высоты пусть лучше запас останется. Ну и вот в целом управление у нас с вами сделано. Остается поставить двигатель, и модель будет собрана. Перед тем, как закреплять мотор, советую поставить на место регулятор. Используем один из самых распространенных 30-амперных регуляторов, хотя для этого мотора, конечно, он избыточен. Ну и их, по крайней мере, можно найти практически везде, и стоят они недорого. Провода регулятора стараемся вывести вот сквозь специально сделанное для них окошечко изнутри фюзеляжа. Пространства в фюзеляже на этой версии модели много, и можно подобраться, поддержать провода изнутри. В предыдущей версии батарейный отсек был поуже, и вот так приходилось отверстие делать более широким, как раз из-за этих моментов. Вот все три провода наружу вышли. Подключаем двигатель. Все три провода здесь равнозначны. Первое подключение делаем произвольно. Как нравится, как удобнее провода лягут, так и подключаем. После этого уберем пока цангу, чтобы не слетело, и проверяем направление вращения мотора. Снова подключаю сервотестер уже к регулятору. На мотор подаем питание.
и запускаем его на малых оборотах, просто чтобы проверить, куда он крутится. Все нормально. Если смотреть на мотор спереди, он должен вращаться против часовой стрелки. По крайней мере, если вы используете винты стандартного вращения. Если у вас двигатель запустился в другую сторону, просто меняйте местами любые два провода из трех. И направление вращения мотора поменяется на противоположное. Теперь провода убираем внутрь фюзеляжа, уже не рассоединяя коннекторы. Размеры окна позволяют сделать это достаточно свободно. Если все три коннектора разом не идут, значит, один из них вперед пропустим, и два других за ним. Вот, все нормально зашло. Ну и теперь крепим мотор на фанерную мотораму. При этом сразу делаем небольшой выкос двигателя вправо и вниз. Делается это очень просто. Под левую верхнюю ножку, вот сюда вот, подкладываем обычную металлическую шайбочку. И закрепляем вот так вот вместе с этой шайбочкой двигатель. Сразу же намертво затягивать не советую. Первым делом саморезы просто наживляем. Потом подкорректируем положение мотора, выставим его поровнее и окончательно затянем уже только после этого. Для тех, кто будет приобретать конструкторы, в моторане уже заранее будут сделаны отверстия, так что все собирается очень быстро. Саморезы заворачиваются без труда. Подштатные крестовины моторов класса 2208, 2212. Такая моторама подходит отлично. Вот, двигатель закреплен. И вот если обратите внимание, моторчик относительно плоскости носа модели немножечко смотрит вниз и слегка отклонен вправо. Такой выкос делается для компенсации двух моментов. Во-первых, это у нас модель высокоплан, крыло расположено выше центра тяжести, соответственно, основное сопротивление воздуха в полете располагается также выше центра тяжести и выше оси двигателя, самое главное. То есть крыло у нас в воздухе держит, мотор тянет, и при увеличении оборотов модель начинает задирать нос и лезет вверх. Вот чтобы этого не было, мотор отклоняем немножечко вниз. А выкос вправо делается для того, чтобы скомпенсировать реактивный момент от винта. Винт у нас вращается против часовой стрелки, реактивным моментом модель наклоняет на левое крыло. Отклонив двигатель вправо, мы часть потока от винта направляем под левую консоль. Скорость потока здесь возрастает, подъемная сила на левой консоли увеличивается, и, соответственно, эта подъемная сила компенсирует реактивный момент. Так что если в полете вы замечаете, что модель у вас слишком резво лезет вверх при увеличении газа, не надо пытаться прижимать ее рулем высоты, а надо просто немножко увеличить выкос двигателя. Ну и теперь проверяем капот. Если все сделано правильно, то ровно установленный капот должен приходиться как раз на мотор. То есть двигатель должен выглядывать через середину этого отверстия в капоте. Да, чуть-чуть надо поджать капот, чтобы он лег на свое положенное место. В недожатом виде он будет немножко вверх отклоняться. Но в целом все нормально. Значит, капот тоже можно фиксировать. Очень сильно капот приклеивать не советую. Я просто наношу небольшие капельки клея по углам, где капот будет прилегать к поверхности наиболее плотно. Но клея немного, чтобы при необходимости можно было капот сорвать, добраться до двигателя, тот же выкос, например, настроить. Ну, мало ли, по какой причине потребуется до мотора добираться. Ставим капот на место, выставляем его по двигателю ровно и держим некоторое время, чтобы клей схватился. Все, капот закреплен, сам по себе он уже не слетит. Но при необходимости можно будет аккуратно поддеть чем-нибудь тонким, плоским, край
капота, пенопласт эластичный, он просто отойдет, и пятна клея эти можно сорвать. К скотчу они очень сильно не прилипают. Остается закрепить внутри фюзеляжа регулятор хода, и проще всего это сделать при помощи двустороннего скотча. Отрезаем соответствующую полоску и приклеиваем вот на эту ровную сторону регулятора. Да, в этом месте располагается алюминиевая теплораспределительная пластина, которая, по идее, должна отводить тепло от силовых транзисторов. Но не забывайте, что двигатель у нас потребляет тока более чем в два раза меньше, чем ток, на который рассчитан регулятор. Запас очень большой, больше, чем в два раза. Поэтому с мотором 2208 эти регуляторы практически не греются. И смысла выгадывать охлаждение, там, обдув улучшать, тут особого нет. Поэтому просто вот на ровную поверхность скотч наклеиваем. И в любое удобное место на борт или на полик, как вам больше нравится, так регуляторы закрепляем. Я вот ставлю на правый борт. Причем приклеиваю так, чтобы провода были немножечко в натяжку и потом не мешались при установке аккумулятора. Ну и, собственно, модель у нас с вами собрана. Остается подключить приемник радиоуправления, поставить на место винт и проверить, что же у нас получилось с вами. Приемчик здесь большой ставить смысла нет. Будем использовать четырехканальный. Такой вот небольшой приемничек. Подключается в зависимости от раскладки каналов на вашей аппаратуре. Но в большинстве случаев применяется футабовская раскладка. Первый канал – это элероны. Вот у нас крыло пока отдельно лежит. Второй канал – руль высоты. Третий – газ. Подключаем регулятор двигателя. И четвертый канал – руль направления. Ну, вот элероны на первый канал. Подключаем через разветвитель. Ну, теперь поставим аккумулятор, закрепим крыло и проверим балансировку модели. Пока винт не ставим, до самого последнего момента топим за безопасность, как говорится. Аккумулятор затягиваем ремешком. Здесь мы можем разместить достаточно толстые батареи. Сейчас я ставлю батарейку 1800 мА. Для тренера это достаточно большая батарея, пролетать на ней можно минут 20. Если сильно не газовать. Тем не менее, здесь она помещается достаточно свободно. Но самое главное, что благодаря конструкции площадки крепления аккумулятора мы можем настраивать балансировку модели. Если аккумулятор, вот как в нашем случае, большой, его можно всегда сдвинуть назад. Более легкую батарею на 850, на 1000 мА задвинуть в самый нос самолета. При этом балансировка останется в пределах нормы, а использовать аккумуляторы можно самого разного размера. Приемник пока уберем под крыло. Основательно его крепить я пока не буду. У меня эти приемники часто переезжают с одной модели на другую. Но если у вас модель пока одна, приемник, конечно же, стоит закрепить так, чтобы он по фюзеляжу в полете не болтался. Тоже прихватите на двусторонний скотч или стяжкой какой-нибудь. Так, резиночками крыло закрепляем. Вот что у нас с вами получилось. И теперь нам нужно найти центр тяжести и посмотреть, правильно ли установлен аккумулятор. В идеале центр тяжести должен приходиться на лонжерон крыла. Как раз рейки чувствуются сквозь обшивку, по ним достаточно удобно ориентироваться. Вот примерно 25-27% общей хорды крыла, общей его ширины, так скажем. Берем модель, ставим пальцы на лонжерон и видим, что пока самолет у нас перевешивает на хвост. То есть аккумулятор можно немножко сдвинуть в нос. Сам ремешок подвижный. Можно вместе с ремешком аккумулятор продвинуть чуть подальше. При этом, когда вы будете менять батарею, снова его обратно выдвигаете.
в заднее положение, и отклеивать ремешок так будет гораздо удобнее. Ну, по центровке сразу могу сказать, что маленечко все-таки усиление хвоста сказывается. С более тяжелой батареей центровка у нас получилась слегка задняя. Ну вот сейчас уже практически в норме. Модель, видите, стоит практически ровно. Ну и в самый последний момент перед запуском устанавливаем винт. У меня модель уже предварительно настроена, поэтому винт я сейчас уже сразу поставлю. Проверим, пожужжим. Но винт советую устанавливать после того, как вы проверите отклонение рулей, проверите, как работает двигатель уже непосредственно на модели, после сборки, после подключения всей электроники. Винт на модель всегда ставьте в самую последнюю очередь, чтобы в случае каких-то нештатных ситуаций, ну, мало ли, завелся у вас двигатель, случайно задели ручку при настройке, чтобы модель у вас никуда не полетела, никого не порубила. А винты достаточно острые, и раны они могут нанести весьма серьезные. Будьте внимательны. Большинство винтов идет вот с такими переходными колечками под разные диаметры вала. Но если винт у вас попался с отверстием меньшим, чем необходимо, то просто рассверливаете до нужного диаметра подходящим сверлом. В моем случае нужно поставить колечко на 5 мм для штатной цанги. Цангу откручиваем. Если она идет в разобранном виде, вот основа цанги, затем опорная шайба с конусным отверстием устанавливается на эту основу и зажимается все коком, гайкой. Тут может быть по-разному. Ставим винт, накручиваем гайку, но сильно не затягивайте. После этого всю эту конструкцию ставим на вал двигателя, и вот после этого гайку затягиваем уже окончательно, зажимая и цанговый зажим, и закрепляя винт одновременно. Ну и вот у нас модель полностью готова. Остается ее взвесить и проверить тяговооруженность. Так, проверяем взлетный вес. Получили 555 грамм. Круглое число. Ну а сейчас запускаем двигатель и смотрим, хватает ли тяги у мотора, чтобы поднять модель вертикально вверх. Как видите, тяги достаточно. Модель свой вес держит, даже есть небольшой запас. Но, в принципе, для тренера тяговооруженности, как для пилотажки, не требуется. Вот такая вот тяга, около единицы, плюс-минус. Для тренировочной модели вполне достаточно. Но не забывайте еще, что у нас сейчас установлен тяжелый аккумулятор. Кто-то наверняка вспомнит, что предыдущая версия модели весила чуть-чуть поменьше. Да, действительно так, но мы ведь и взвешивали ее с батарейкой 1200 мА, а здесь 1800. Плюс более усиленный каркас фюзеляжа. И в целом, да, действительно, немножечко вес набрали, но набрали не критично. В основном, кстати, в этом весе играет роль все-таки аккумулятор, а не конструкция самого самолета. Но, тем не менее, все обновления этой модели пошли ей только на пользу. Уже при сборке было сразу понятно, что модель стала намного жестче по своей конструкции. Фюзеляж не крутит, крыло благодаря наборной технологии, благодаря нервюрам, стало также гораздо более жестким. При обтяжке его не уводит, в отличие от крыла с полонжеронной технологии. Ну и толщина профиля. Здесь она больше,
практически в два раза по сравнению с предыдущей версией модели, что также должно положительно сказаться на характер полета этой модели. Все-таки это тренер, и носиться ему как истребителю совершенно незачем. Ну что ж, Як-12 мы с вами обновили, обновление завершено, модель получила новую жизнь, так скажем. Ну а теперь нас впереди ждут другие модели тренера. Остался Пайпер, осталась Cessna 150. Пилотажную серию тоже еще не всю обновили. Так что работы по этой теме еще много. Но в любом случае, вся тренерская группа у нас будет обновлена. Все модели станут более технологичными, более качественными. Ну и, конечно же, гораздо более приятными в полете. А на сегодня все. Если обновленный тренер Як-12 вам нравится, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите в наши социальные сети. Мы присутствуем почти во всех популярных платформах. Также для вас работает форум, где вы можете пообщаться, спросить советы, либо поделиться своей информацией. Ну и, конечно же, ждем в ближайшее время полета обновленной версии и сравнения его с предыдущим вариантом Як-12. А я с вами прощаюсь. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!